МВД по Кабардино-Балкарии сегодня подтвердило, накануне в Нальчике нейтрализован именно Зейтун Базиев. Опознание проведено, его личность официально установлена. Найти Базиева правоохранительным органам помогли бдительные граждане, уточняет уже Национальный антитеррористический комитет. Листовки с фотографией и видеоролики с его изображением были распространены по всей республике. Зейтун Базиев с 2010 года находился в федеральном розыске за совершение серии особо тяжких преступлений против граждан КБР. В том числе убийство нашего коллеги, ведущего ГТРК Кабардино-Балкария Казбека Гикиева и ректора Аграрного университета республики Бориса Жирукова.